Привет, Бийск! С вами проводник по городу Алина и программа «Я в Бийске, а у вас?». Погода солнечная, на календаре пятница. Ну что может быть лучше? Наверное, только выходные, которые нас уже ждут. Ну а сейчас давайте узнаем у бийчан, как прошла у них неделя и что нового произошло. Прекрасная неделя прошла, погода к концу недели очень даже радует. Ну и выходные удастся, думаю, отдохнуть и в тепле погреться немножко еще солнышку. Хорошее настроение, настрой тоже хороший. Дома сидим на самоизоляции, боимся. И телевизор смотрим внимательно, изучаем. Все равно немножко же гуляете по улице. Конечно. Ну да, обязательно, ну на расстоянии друг от друга. Так что будьте здоровы. Прекрасно, мы гуляем, занимаемся здоровьем, проходим с мамой анализы. Счастливы, здоровы и всем всего желаем. Дома сидим на карантине. Вот сейчас вышли с внуком погулять. У тебя каникулы, наверное? Да, продлили на 7 дней. Все. Как проходит, что интересного? Ну так, понемножку и ничего интересного. Дети выздоровели все, в Барнауле не болеют уже. Так что все, нормально все у нас. Сейчас гуляем. Внучка на карантине еще, неделю еще им сказали будет. Все, все по плану. Все по плану, все правильно, все как надо. Прекрасно, у меня всегда все хорошо. А если не хорошо, то очень хорошо. А еще лучше, когда очень-очень хорошо. На каникулах сидим дома. Нормально. Слава Богу. У нас был день кино. Целый день из кинотеатра в кинотеатр. Посмотрели новые фильмы. Дочь смотрела ужастики, мы комедию. Ну, мы на нее смотрели. Понравился фильм? Понравился. Дом, семья. Больше ничего. Главное, чтобы здоровье было. Поменьше болели и всем. На работе. Работали. Ну, так нормально. Хорошо. Что интересного произошло? Ничего. Просто хорошо, да? Настроение отличное. А у вас что интересного произошло? Да, все как нормально. Все по намеченным целям. Движемся потихоньку вперед. Мы желаем вам хорошего настроения и отличных выходных. Это была программа «Я в Бийске, а у вас?». Увидимся через неделю. Эй, привет! Как у тебя прошла неделя? Расскажи. Тебе нравится погода сегодня? Ты знаешь, что ты очень милый? Мы тебе тоже желаем хорошего дня. Он сказал спасибо.